Продолжаем играть. Как я в прошлом видео говорил, что стрелочка показывает другую сторону, но я как-то до сюда дошел, поэтому... Поэтому здесь и погуляю, посмотрю, что здесь есть. Так, куда не забраться? Быстренько, быстренько пройдусь. Камеры слежения. Я повсюду чую эти чертовы штуковины. Это глаза и уши Райна. Надо ей не попадаться. Но ведь их тоже можно взламывать. Правильно? Надо попробовать. Надо попробовать. Есть? Да, да, можно взломать ее. Причем это очень будет просто, я так понимаю. Сначала продолжим вниз, потом вниз сюда. Долго. Долго это не делать. Сюда, сюда. Пусть пока не торопится. Посмотрим ячейки. Я читал, что здесь есть и другие ячейки. Почему? Есть прямая, есть поворот. Всего лишь пока два вида получается попали. Ну что, она будет на меня работать? Зеленым, да? Да, 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 все. Камера работает теперь на меня. Топку. Здесь получается ничего нет, кроме камеры, и можно сжигать тело, нам это показали. Ну хорошо. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Нет. Досчиталось? 5, 6, 7, 8. Доллары. Но я на самом деле уже далеко забрался от назначенного места. Выход. Как-то я... Так можно и заблудиться, мне кажется. Правильно? Надо возвращаться. Аптечка. А мы сейчас вот что делаем. Отлично. Сад собирателей опять. Не опять основа. Но здесь пока ничего нового. Здесь бродят паразиты. Мы возрождаем город, а потом приходят маловеры и добавляют дёготь в наш мёд. Тысячу адамов тому мужчине или той женщине, что остановит. Лекция Евы. Мне бы вот качественный джин. Новый плазмид. Сжигание. Сжигание. Когда необходимо что-нибудь спалить, не сомневайтесь, жгите. Сжигание. Поджигайте живые и неживые объекты. Повторное использование усиливает боль. От 12 лет и старше. Чего? Пустая ячейка. Есть ячейки. Сожгите врага в 1000-градусном пламени. Но будьте осторожны с огнем. Теперь мы можем сжечь их. Давай, давай, иди сюда. Страхолюди. Не знаете, что видели бы вы свои рожи. А?
просто шоу уродов. И всех тут заразить. Ты вор, точно говорю. Костюмчик нормальный, а вот... Не-не-не, даже костюм не понял. Это наш дом! Сейчас я тебе... Подожди, я сейчас выйду. Вы получили особые боеприпасы. Смените боеприпасы колесом мыши и Б. Выбирайте нужные боеприпасы для каждого противника. Хорошо. Нужные боеприпасы. Когда я тебя убью, я на этот дом! Бластер! Готово. Типичный поведение! Да выпендривались. Все пути в восторге ведут к Райну. Служба безопасности, мутанты, большие папочки, сестрички. Он что-то такое разбрызгивает в воздухе. Кажется, это называют феромонами. И заставляет всех плясать под свою дудку. Ладно, под дудку плясать-то хорошо. А где электричество? Где электричество? Остались мы без электричества, в общем. Ладно, будем жечь, надо попробовать. Надо было на них попробовать. Попробовал. Здесь я уже был. Радость хакера. Накопить энергию. Физические тоники изменяют ваши гены и улучшают ваши физические способности, как и все другие гены и тоники. Физические тоники пассивны, то есть начинают действовать автоматически после установки. Вы можете увеличить доступное вам количество физических тоников, приобретая ячейки для физических тоников в саду собирателей с помощью Адама маленьких сестричек. Если вы установите различные версии физических тоников, эффект от них суммируется. Новый физический тоник – радость хакера. Благодаря радости хакера ваше тело перерабатывает ток от взломанного устройства в мощное исцеляющее средство. Взламывайте и исцеляйтесь. Хорошо. Вы выбрали свой первый физический тоник. Физические тоники делают вас крепче и сильнее. Они применяются отдельно от плазмидов и других тоников. Опять ячейки. Так, радость хакера. Всякий раз, когда вы что-то взламываете, вам добавляется немного здоровья и Евы. Пустые ячейки. Хорошо, где я эти ячейки могу посмотреть? Торговый автомат. Ближе, дальше. Задание: получить ключ у Штаймана. К спасательной батисфере не пройти без ключа. Атлас утверждает, что ключ находится у доктора Штаймана. Штайман работает в клинике «Эстетические идеалы». Она находится в хирургическом крыле медицинского павильона. Найдите доктора и получите ключ. Хорошо, мне нужно идти в клинику «Эстетические идеалы». Эстетические идеалы. Выпью кофеек, разобью лампу и пойду. Пойду в эстетические идеалы. Восторг напоминает. Океанское дно – наш дом, но оно таит в себе опасности. Вот мне любая сюда. Любая протечка – опасная протечка. Обо всех случаях обнаружения непонятно откуда взявшейся воды сообщайте в Центральный совет. Так, а здесь я был? Закрыто. Возможно, нужно сначала изучить все здесь. Здесь я был, моя турелька. Отсюда я вообще пришел. Здесь закрыто, не пройти. Вот этого не было. Граница воображения. Я прекрасен, да. Посмотрите, разве я мог бы стать еще красивее?
Благодаря Адаму и своему скальпелю я преобразился. Но, возможно, есть что-то еще лучшее. Что, если мне изменяют не способности, но воображение? Уже начинает надоедать слушать этого больного доктора. С учетом генных модификаций, красота перестает быть целью или даже достоинством. Она превращается в моральный долг. Разве мы вправе принуждать здоровых людей жить бок о бок с заразными больными? Страшные глаза. Смешиваем ли мы законопослушных граждан с преступниками? Тогда как можно позволять некрасивым смешиваться с теми, кто прекрасен? Он будет отделять теперь красивых от... Пути почище. Идеал. Когда я так говорю? Так, поехали. Почему у нас два глаза? По какому такому закону? Две руки, две ноги, два уха, две груди. Я не закон. Гори! Тебе придется найти способ пробиться в операционную и мимо Штайнмана. И выше нос. Господь ненавидит нытиков. Грохот такой прямо как фейерверки на 4 июля. Здесь вообще-то взрывчатка в дефиците. Но если удастся раздобыть телекинетический плазмид, то запросто можно перехватить бомбу на лету и швырнуть ее обратно. Или что угодно другое, что окажется у вас на пути. Новая задача — найти плазмид телекинез. Так, слишком много задач, сейчас сохранюсь. Во-первых, медпункт. Мы его взламываем. Просто ради того, чтобы взломать что-то. Небольшая игра в игре. Почему мне еще ни разу не попались другие ячейки? Там были ячейки, которые замедляют поток. А также я видел ячейки, которые, наоборот, ускоряют. Хотя по мне это, конечно, невыгодно. Вот сейчас можно подурачиться. Вот. Нет. Вот так. Теперь сюда. Сюда. Здесь вниз пойдет ячейка. Ну вот, видимо, на этом и все. Надо как-то заканчивать теперь эти ячейки. Хорошо, а можно сделать прямо. Нет, сделаем. Так. И вот так. Даже у меня все есть, спасибо. Приближаться к маленьким сестричкам — преступление. Не приближайтесь к маленьким сестричкам. Да я и не планировал. Бесплатные плазмиды от первоклассной стоматологии. Стоматология — это хорошо. Это камера. Хорошо, здесь, я так понимаю, больше идти некуда. Патроны. Полностью. Ничего нет. Нет. Иди сюда. А ты и горячий можешь быть? Алло, ты бесполезный, что же? Так, я моя пришла. Вот там стрелок сильный. Только не тебе. Государству, бедным, армии, королю, богу. Список бесконечен.
сколько катастроф. В итоге я опять сюда пришел. Со слов «думай о себе». Это король и толпа зажгли факел уничтожения. Это великий перевертыш. Древняя ложь, которая приковала человечество к бесконечному циклу вины и неудач. Мне нужно другое, мне... F1 нажимаем. У меня пропали... Штайман, я знаю, что медблок это ваша вотчина, но подумайте вот о чем. Вода в океане очень холодная. Если не греть трубы, они замерзнут. И тогда в восторге начнутся протечки. Так вот, я прекрасно понимаю, что вы себе на уме, и мне плевать, утонете вы тогда или будете ловить рыбу. Но как только восторг потечет, это будет уже не остановить. И я уж точно сообщу Райану, кому за это сказать спасибо. Бинты. Хорошо, бинты у меня есть. Мне нужно как-то поменять... О, новое оружие. Бежим, бежим, бежим отсюда. Относись ко мне, как... На тебе микроб! Приноси еду, и мы устроим ты. Оно верно. Где моя кукла? Надеюсь, было весело. Ну, вообще, да. Сейчас я тебе отдам твою куклу. Так, а чего они все напали на меня? Это была демонстрация. Точнее, планировалась демонстрация возможностей оружия. Зона стоматологии. Хорошо, я обязательно, кстати, зайду. Мне нужно. Так, сейчас буду всех сжигать. В Аушвице меня поставили проводить генетические эксперименты над другими евреями. Они называли меня Вундеркинд. Чудо-ребенок. Немцы, они ни о чем другом говорить не способны, кроме голубых глаз и формы черепа. А мне было интересно, почему один рождается сильным, а другой слабым. Один умным, а другой дураком. Столько убийств. А эти немцы хоть бы добились чего-то полезного. Взламываем сейф. Ой, да тут взламывать нужно. Так, 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 подожди, как-то нечего. Стой, стой, стой! Нет, я ошибся. Прямо, прямо, прямо. Смотри, как здесь сделано. Прям сразу выход идет. Где-то здесь поменял, сейчас уже не помню. Спешки. Как оказалось, не очень-то и полезный. Вино мне не нужно. Клинические испытания, серия 23, доктор Сушонг. Доктор Сушонг. Работа над телекинетическими плазмидами продвигается успешно. Поднятие предметов в воздух на расстоянии не представляет сложностей. Перемещение предметов в пространстве без проблем. Остановить пулю на лету пока не удается, но получается поймать и швырнуть обратно быстро движущийся объект. Проблема не в плазмиде, проблема в скорости реакции. У Сушонга появились новые задумки насчет плазмидов.
А тут теннис играют. Сад собирателей. Вот он, телекинез. Новый плазмид, телекинез. Поднимайте крупные предметы силой мысли. Швыряйте их во врагов. Что еще вам нужно знать? Притяните предмет, а затем швырните его. Также позволяет использовать предметы в качестве щита, либо достать то, что вне досягаемости. Положить в щит. Положить в щит. Кидайте в противника любые предметы. Поймайте гранату на лету и бросьте ее во врага. Схватить предмет, левая кнопка мыши, нажать и удерживать. Швырнуть предмет, левая кнопка мыши, отпустить. Отпустить предмет В, ловить гранаты или теннисные мячи, левая кнопка мыши, нажать и удерживать. Я понял. Телекинез. Ничего себе. Взять Е. Я могу... Деньги. Ха-ха-ха, интересно сделано. А, ну он бесконечный, я могу так хоть весь день. Попробуем поймать. Есть. Хорошо, мы поняли это. Вот так вот. Мутант громила. Выбор плазмина. Хорошо, мы это сделали. Дальше. Здесь закрыто. Ой, блин. Подписано. Вам нужен ключ от стоматологии для обжор. Что еще обжоры? Что еще за обжоры? Ключ, я вижу ключ. Вот и телекинез мне поможет. Все верно. Просто шикарно. Как, а что? Включена тревога еще как-то каким-то образом. Тихо-тихо, друг, иди сюда. Не, меня так сейчас убьют. Ничего себе он взорвался. Где включается? Успокойся ты. Надо валить отсюда. Я не понял. Сколько вас? Ладно, я вас не боюсь. Надо просто грамотно светить отсюда. Сейф. Надо взломать. Нет, взламывать. Да, причем быстро я помню, что здесь вот сюда нужно. Так, 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 так. Ай, блин. Хорошо. Хорошо, успел. Вроде успел. Это радует. Да, только я не туда поставил. Все, готово.
успешный взлом. Все забрал. Надо выходить отсюда, потому что включилась сирена. Опять. А лучше бы, конечно, я их перепрограммировал как-то на себя. Ну вот, кофе можно попить. Плазмит. Так, что? Что у меня тут? А, вот, я могу менять, все. Отлично, огонь. Все, хорошо. Это хорошо. А ты откуда, красавица, выскочил? Взломать, немедленно взломать. Забавная игра. Играем скорее, чтобы взломать вот эти вот автоматы и небольшие медпункты. Так, наверх, 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 прямо. Хватит? Да, должно. Должно хватить. Я не удивлен. Ладно, куда нам дальше? Ох, ничего себе. Хорошо. Там еще кто-то, кажется, есть. Выходим и стреляем. Готов. Все равно как-то нужно переключать, или там, возможно, есть выбор. Так, турелька. У меня где-то был электрический разряд. Вот он был очень удобен тем, что можно было оглушать на какое-то время патроны. И оглушая своих врагов, а особенно турели, конечно же, я мог их взламывать. Таким образом они работали бы на меня. Это прям... Ну, очень удобно. Выбор плазмида из меню не назначен. Я в настройках, видимо, не указал. Нужно будет обязательно потом зайти в настройки, посмотреть. Шкафы пустые, но я более-менее начинаю привыкать уже. Новый боевой тоник. Держатель ключа. Держатель ключа позволяет вам более мощно и эффективно использовать оружие типа дубинки. Держатель ключа. Держатель ключа увеличивает урон от гаечного ключа. Тьфу, ну такое себе, конечно. Ладно, пусть будет. А ну сейчас мы... Вот сейчас мы проверим. Одного раза хватило щелкнуть ей, да, по затылку. Ну и страшная же ты, а. Ладно, я тебе помог, считай. Так, я зачем-то вискаря. Ух, вот, опять там камера. Мне бы сейчас очень-очень прям пригодился бы электрический плазмид. Это бы решило бы, конечно, мои проблемы. Да, я думаю, тогда на этом все. Я выйду сейчас в настройки и попробую решить этот момент, разобраться. Спасибо за просмотр, увидимся.